За несвоевременную регистрацию различных объектов с начала года в Астане привлекли к административной ответственности 100 человек. Сумма штрафов составила более 3 миллионов тенге. Это данные Управления регистрации недвижимости. Всего за первое полугодие в орган на учет прав на недвижимость поступило более 70 тысяч документов. По сравнению с предыдущими годами наблюдается рост. Население стало особенно активнее в период легализации. С начала текущего года свыше 1000 документов, прошедшие легализацию, поступило на государственную регистрацию. Акция легализации, безусловно, она оказала положительный эффект. Если с самого начала легализации с сентября 2014 года, порядка 3000 объектов зарегистрированы в органах юстиции. Если вот за полгода 1000, я думаю, эта цифра неплохая.